Народ, привет! Ну что, сегодня у нас такое видео, мы в гостях у наших непальских друзей, и сейчас мы будем кушать непальскую еду, все расскажем, все покажем, ставьте лайки и подписывайтесь, поехали кушать! Поехали кушать! Можно? Хе-хе, Сунил! Ну что, народ, вот дом Сунила. Да, мы ж помним Сунила по видео про обе фермы, вот у него новая машинка для фермы, а вот машинка, на которой он сейчас катается, а вот мотоциклик не его. Приехали в гости к Сунилу на вкусную непальскую еду. Так, надо вытираем ноги. Hello. How are you? Смотри, как прикольно. Ну, it's your mama? My mother, yeah. Yes? О, это мама Сунила. Ух ты. Так, Сунила, ну, your face now. Same like my mother, yeah? Hello. Прикольно. How it's named this? Тикли. Тик. Знаете, что во всей, да, ставится Юнди и Непале ставится тик. Я думала, что темно, оказывается, просто это, я в очках была. Ну, вот такая вот скромная обстановочка. Смотрите, водичка есть. И что это, музычка есть, подзарядочки есть. Вот такой вот. И здесь расходятся комнатки. Вот так вот. Сунил куда-то ушел. О, это кухня. Ух ты, вот это да, вот это вот кухня. Холодильничек, это рис, да? Мы понимаем все, почему так много риса, да? Так много риса продается. А вот мешочек риса вообще, который лежит. Ой, бутылочки. Товарищ, пахнет специями, да? Пахнет специями, да? Кстати, нужно очки и масочку уже снять. Вот, привет, да, привет. Так, сейчас все еще показываю. Я Наташа. А я Ольга. Вот, все чистенько, все классно. Вот. Оля. Hello, 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 Сури. Nice to meet you. Вот, наклеечки, смотрите. Ну, все как в моем детстве прям. Вообще классно. Ну вот, вот лучок, картошечка. И сегодня Сунил обещал приготовить нам вкусную, что приготовил уже вкусную непальскую еду. О, еще пацанчик. Hello, hello. Вообще нормально, так прикольно. Can I see your room? Yeah. Все пускают, везде пускают снимать. Вот народ, сегодня как-то контент. Чуть не сказала коктейль. Как живут обычные вот люди. Вот. Ух ты, смею, вот такая вот. Вот нам Сурья включил свет, thank you. Вот так вот. Кондер такой покруче, да? Вид из окна прикольный. Да, я посмотрю, вид из окна. Ну, как? Вид из окна, это когда вид из окна во двор, да? Расцветет это, ага. Прикольно будет. Вид из окна во двор. Ребята такие, шоки немножко, что мы... Смотрите, я зашла такая, привет, начинаю снимать, ребята так... Ну, Сунил-то знает, что мы снимаем, мы же на ферме у него были. Ну, кстати, да. Про ферму оставлю в описании все. Да, я хочу сказать, что ремонт отличный. Вы сами делали это, интересно? Спросить. Надо спросить. А who makes this makeup? Makeup. Before? Before? Before, it's very nice, really. Да? А вы знаете, кстати, если вы уезжаете, вы по некоторым правилам должны тоже вот сделать ремонт. И мебель не включена. Мебель, кровать, все тумбочки не включены обычно, когда вы арендуете квартиру в Эмиратах. Вот, так что вот так. Сунил, who makes this, make-up? Да, это уже было, они арендовали. Он говорит, я. You? Yes, me. А, то есть тут живет, короче, раз, два, три. Три пацана. So, you are three living here, yes? Yes, yeah. Surya there, yeah? No, no, no. Anatolia. Me and him, he's my friend also. Вдвоем. He's from Nepal, he's working nurse. Nurse? Nurse? Yeah. Where? In Al-Hosn? Al-Hosn такая программа, которая обычно вылетает все время. Как? Амана. Амана хоспиталь. Ага, это значит, медбрат работает в Аман, в хоспитале Амана. Вот так вот. В хоспитале Амана, так называется. В больнице. Сури, are you aware walking? Before I walk cafe, cashier. В кафе? In cafeteria? Yeah, not cafeteria. Cafe shop. Кафе, вот из кафе. Капучино. Бариста. Yeah. Бариста. Yes. Окей. А now? Макдональдс. А? Макдональдс? Макдональдс? Yes. Oh, life is beautiful.
сейчас в Макдональдсе, ну что, да, такое время. Окей, good, we will come, which Макдональдс? Вечерия. В каком районе? А? Аль-Яр, локейсон. Аль-Яр, way to Abu Dhabi. А, it's very far. It's very far. Yes. So, inshallah, we will come. Yeah. Когда говоришь inshallah, значит, ну, от Бога, типа, да, но обычно, типа, да, обычно, когда говорит inshallah, никто ничего не делает, короче. Все, сейчас будем отдыхать, потом покажем вам еду. Пока Сунил все ставит, у нас будет обзор ко туалету, в смысле, надо руки помыть. Показываем, как у ребят уборная. Наташа кричит, не надо, но люди же спросят. Ну просто, ну в принципе... Ну интимное место, я же не показываю трусники какие-то. Ну вот душ, вот такой вот душ. Душ, единственное, что, конечно... А, здесь есть такая штучечка, что оно не будет разбрызгиваться по всему периметру. Туалет нормальный, как бы на троих человек, по-моему, да, очень все. Даже норм. Вот, и бойлер есть. Бойлер. Ну все есть, Наташа, что ты беспокоилась? Мы же знаем, это все-таки интимная вещь. Все, я во всех соизмолах мы показываем туалет, это нормально, а вот здесь интимная вещь. О, вот так вот, что да, нам уже привезли. Ну все, Наташа, это на всех хватит. Все. You're from Ukraine. Yeah. Да, Украина. Украине. По-вашему, Украине, потому что когда говоришь Украина, они такие, что это такое? Когда говоришь Украина, Украине, о, да, мы знаем. Когда говоришь Украина, они очень часто путают с UK, с Великобританией. Не брит это вообще. В общем, ребята хоботятся там. Интересно, что там они делают. А вообще приятно, да, когда вот мужики что-то делают, а женщины сидят. Ой, как они красиво рисик накладывают. Вот так вот. Сейчас будем рассказывать про непальскую. А я люблю, когда они так порциями делают. Кстати, Сурья значит солнце. Сурья means sun, yes? Sun. Вот так вот. Такой вот солнечный молодой человек у нас сейчас. О! Там рис с такими плошечками некрасивыми делают. Да? В общем, на, ты поснимай, как ребята будут это все носить, а подруги помою. Я давай. Давай. Такая мама красивая, да? Да, мама очень красивая вообще. Как извини. Видишь, как правильно. Like son, like mother. Кто это? Кто божество? Мама. Подожди, как мне здесь это выключить? А не знаю. Цуан, как... О. Ну, бойлер ничего не страшно. За ёбусиками, кстати, мы заезжали, знаете, как заехали просто возле грошери, стали, Сунил посигналил, вышел мальчик, и ты можешь заказывать. Мы тоже видели, что так делают местные, он Сунил, кто тебя научил? Говорит, когда я был таксистом, мы с местными заезжали, так, сигналили, они говорят, не надо ничего делать, ты сигналишь, даешь свой заказ. Они выходят, и ты... Да, плачешь. Ничего не делай, сиди, да. Не это, не парься. Ух, Сунил, воу. Мама дорогая. Can you tell us what is this? After? What is this? It's beef, mutton. Chicken. Мутон, мутон. Мутон, барашек. Ух ты, а это, наверное... Это картошка, я думаю. Да, картошка, рис. Вот это какая-то приправка, сейчас будем смотреть. Нам Сунил обещал ой, господи, непальская карри. Да, непальская карри. Так что оно так дует мне хорошо, так хорошо. Так потому что оно здесь, это что хорошо? Мне нормально, ты сядь и не бегай. И будет все хорошо. А, мне сказали сесть сюда, да? Да. Может, мы подвинемся, что-то ну так садись сюда. Сел еще, да, давайте я сяду. Я еще буду все. Зачем ты со штучкой? Все? Отключаемся? Нет, нет. Давайте посмотрим, you как. Like да, yes, да. You know, it's better. It's many, because it's. Сунил, can you tell us the recipe, how you prepare this, how you cook this? Спрашиваю, когда он, как он готовил. Мутон, yes. Не, мутон барашек. Подожди, а вы что-нибудь есть? First I make little boil. Ага, чуть-чуть варил. Yeah, and then put onions. Лук, добавил лук. Что, грин? Зеленые чили. Зеленые чили. Перец чили. Tomatoes. Томаты. Garlic. Чеснок. А spicy, which spicy? Like a powder, you know, the mixed powder. Mix, ну. You buy mix or make... No, I make prepare here, mixer. Ага, mixer, ага. Yeah. You make... Myself, yeah. Myself. А, то есть он сделал специи сам. Сделал специи сам. We feel look like you know, we are eating, а you are watching. Что это такое? Я не поняла. Типа мы будем кушать, а ребята нет. Please, а what is it?
Ну ладно, давайте. Yellow curry, а why we put this? Yes, сейчас Наталенька будет пробовать, мы посмотрим. Просто так странно, ребята стоят, привезли нас, а мы кушаем, как будто, я не знаю, это шоу какое-то, да, дегустация, нужно попробовать. Yes, you mix that, it will be like a soup. Ну давай, Наташ, пробуй. Потом я буду. Is it spicy? Not as spicy. No. Why are you staying? Please, can you sit? Because we feel look like... Когда неудобно, я чувствую такое. Ну, рассказывай, рассказывай. Это вкусно, да? Фантастически. Опять же, когда они говорят не spicy, не верьте. Это будет spicy, да? То есть это такое... Это как... It's not, it's what? What is it? Блин, я туда заявил. Да? Говорят, смеются. You know, it's not the spice, it's hot. It's hot. Да, когда говорят все время не острое, да, не верьте ребятам, оно острое. Просто ребята любят это острое. Просто себя чувствую странно, если я сейчас сяду кушать, да, мы так вдвоем кушаем, ребята стоят как такие, типа, ну, официанты, работники, да, да, как, ну, как-то я себя чувствую неуютно. А я себя уютно чувствую? Да, Наташечка кушает, молодец. А попробуй, что вот это вот такое, вот это. Это картошка это или что? Картошка фри, типа? Ммм, да? Картошка. Боже, какая она вкусная. В общем, народ, пришли и объедаем просто вот людей. Potato, yes. It's potato, yes. Наташа очень картошку How you make this? Like a fry. Мне же сказали, как жареную картошку. Как ты приготовил, как жареную картошку? Oil, then onion. Oil, which oil kind of? Sunflower. Sunflower, yes, okay. Ага, обычное солнечное масло. Fry pan, yes. И okay. На сковородку. Я думаю, что надавали просто специи. Чили, перец, in чили powder, и чеснок. Это чили. Это чили. А How the taste? Very nice, she loves it. Hot, yeah. But you know, for us it's spicy. Any case, все равно это spicy. I like spicy. Yes, I like, but sometimes too much. Because she don't understand why we must eat, and you know. No. Yeah. In our country it's very bad. No. Мы не можем есть, если ребята стоят, да, как бы, ну, неудобно. You know, when хозяева. Yes, you are very hospitable owners. Ну, вы очень гостеприимные хозяева. But why guys staying? I don't understand. You must sit. They enjoy, no? Maybe that. They serve and they enjoy, you know? How you put this yogurt? Or okay, I like spoon. You can eat like a... В общем, Сунил говорит просто йогурт, за которым мы заехали. Кстати, 6 штучек стоит меньше $2. Просто открывайте и кушайте. Ребята хоботятся, бегают. Вот такие у нас друзья. Кстати, у Сунила уже 3 фермы. You have 3 farms now. Yes, 3 farms. And we visit only 2. Теперь у Сунила уже 3 фермы, ребята, 3. И на третьем мы тоже побываем обязательно. Он не с руками. А он не с руками, кстати. You know, I try eat, Наташа как-то пробовала eat, есть руками, но у нее не получается. Нужно же как-то скатывать шарики. Ну-ка, давай. Давай. Стой. Подожди. Teach her, please. Научите Наташу есть руками, она очень хочет. Окей, Сурья. Так. Yeah, Okay, mix. Okay. Then how much you want? You can. В общем, бери в ладошку раз и в рот. Very давай. Good, Нутон. Very good, huh? What? Давай, Наташ, давай. Mm. Не отставай от Сунила. Как? Нерва? No. Okay. Наташа все пробует. How much you can?
how you like, you can. В общем, сколько тебе нужно, бери чуть-чуть, да? Да, это правильное самое решение. Как тебе нравится, так и ешь. А ну, Сунил, one more time, please, show. Ну, он втягивает в себя, я так не могу. Но он голодный, наверное. Я когда голодный, я тоже втягиваю. Чего? Расскажи. Секрет. Ребят, секрет от Сунила. Лучше скатываться будет, да? Смотрите, во всем... Можешь, пожалуйста, перевести Сунила, что во всем есть секрет? Yeah, it's in everything, it might be secret. Yeah, like yes. This, and from this finger... Ага. Mm-hmm. Подталкиваешь, как хопа, видишь, он же это, я не могу... Поняла? Because when I eat like this way, my rice... В общем, у нее рис рассыпается. It's going down, yeah. Yes, going down. Сунил говорит, да, это падает. Because... Ну как вам наш мукбанг сегодня? Прикольно. Получилось? Народ, я научилась. Я конечно, не... Во всем есть секрет. Короче, смотри. Подожди сейчас. Все, Наташа научилась. Сейчас будет говорить вам как. Так, давай, смотри, рассказывай я секрет. Я попытаюсь, но секрет во всем, конечно, есть. Значит, ты месишь для того, чтобы было вкусненько. Тебя стукнуть в сумму. Не надо. Бабах? No? Spicy? No, no problem. Смотри, то есть тебя бабах, мне нравится, как ты общаешься, у тебя бабах. Ты можешь не так понять, то есть вы так не говорите, в Эмиратах особенно. Это мой английский. Берешь вот такой, ну не шарик, да? А потом вот так вот лодочкой. И когда ты в рот себе вот подносишь к рту, ты большим пальцем как бы подвигаешь эту всю еду в рот. Бросаешь в себя, да? Да. Прекрасно. Сунил говорит, yes. Сунил смеется, говорит, девчонки, ну наконец-то. О май гад, как это вкусно. Как это вкусно? Как ну, это народ, вкусно. Если вы не против, я пожелаю себе приятного аппетита, я тоже поем. А то я вот снимаю вам все время, Наташа и Сунил кушают. А я пока нет. Ну, напишите в комментах, вы пробовали когда-нибудь есть так руками, вообще вот в Индии, в Непале, на Шри-Ланке, в других странах, да, часто едят руками. Напишите обязательно, обязательно. Спасибо. Мы любим и поболтать с Сунилом. Смотри, что Сунил говорит. Он говорит, вы когда положили себе в рот еду, вы не пытайтесь ее быстренько ням-ням-ням и проглотить, не делайте этого. Вы должны положить себе в рот еду и медленно начинать жевать, чтобы вы почувствовали. Ой, very good, Surya, very good. Very I will try now. Вот наконец-то он тут кушает. Наконец-то. Finally, I see somebody from you eating. Surya, why not you go on a diet? Surya, на диете. Так, я продолжу. И вы должны почувствовать вкус риса, вкус мяса, вкус чеснока. Просто держать или жевать? Нет, просто медленно жуете, и вы это должны почувствовать. А потом уже глотайте. То есть не надо спешить. Как у нас 33 раза надо проживать, да? У меня даже так, у меня все время постоянно такое, особенно на работе, когда я спешу, просто я поэтому нужно... такими кусками бывает глотаю, просто всасываю. Все, все, I will eat now. О, наконец-то и Сурия с этими, с блюдами, все, я уже, в общем, отключаюсь и тоже Сури, попробую. Why you people eat arms? Not, почему ваши люди вот привыкли есть руками? Our culture, you know. Это культура с глубоких веков назад. Никогда они не использовали. Spoon, yes. Like, stick. Даже у меня тарелочка, я уже хочу покушать, честно. Ну вот так вот, в общем, никогда не использовали и едят сейчас. Вот. Смотрите, как вот быстро, правильно сел, быстро поел, что там это. Боже, как быстро, ёлки-палки. Сурья кричит, что ты не кушаешь? Я просто вот сосредоточилась, как реально. Да, я буду сейчас. Посмотри, как этот просто вообще со скоростью. Вот это круто. Мы сейчас тебя выгоним. Меня сейчас выгонят. Нет, все, народ, тогда я прекращаю съемочку и тоже я хочу тоже попробовать. Мутон, very good. Наташу просить не буду снимать, потому что у нее руки уже в мутоне. Наташа говорит, Наташа вообще, когда Наташа вот кушает, не надо отвлекать. Короче, это когда сделано руками людей, и они делают для себя, это вообще безумно. Или для друзей, мы же любимые друзья. Ну все, в общем, желайте нам приятного аппетита, в конце покажем, что осталось, думаю, ничего не останется.
Фу, народ, я кушаю, вот чапочку одела, потому что кондиционер сверху у меня, фу, я плачу просто. Я просто плачу, реально. Настолько hot, как называют, hot spicy, настолько острое, что... А мне нравится. Даже наслаждается. Сунил уже вот доедает, да, он говорил, что еда медленная, это медленная еда. Но он чемпион. Нет, он сказал, что вы же говорите, а я кушаю в это время. Но еще Сунил сказал, что ты очень хорошая, ну, на меня. Похвастаюсь, хорошая ученица. Я, говорит, учился 40 лет этому. 35 лет, он сказал. Ну, 35 лет, логично, что еще когда маленький был. А ты за 5 минут научилась. Чему ты научилась? Еще раз. Как кушать? А, как руками, кушать. Да. Я считаю, это хорошее знание. Ну, просто да, я когда не понимала, дело касается выживания и покушать, да? Ну, вот да. Еще наши тарелки Сунил закончил, а мальчишки еще быстрее нас закончили. Так что вот так вот. Но Сунил опять же сказал, как умный человек. Кушайте, как вам удобно. Да, это правильно. Очень. Народ, да, кушайте, как вам удобно. Я думаю, что тоже у нас ничего не останется. Очень вкусно, очень. И мясо свежее, не замороженное. У меня горит просто. Все. Кстати, вот йогуртик. Чего йогуртик? Мы уже как-то вам рассказывали видео, чтобы тушить пожарчик. Когда вам очень остро, докладываете йогуртик на мясо, на рис или просто в рот, и вот он тушит такой пожар во рту, поэтому я йогурт тоже ем. Сунил уже справился, чемпион. А мы все едим, потому что мы болтали и снимали вам видео. Очень вкусно. В общем, Наташа расспрашивает, как готовить мутончиком. Я уже знаю, надо покупать. Но только надо знать, где покупать. Да, да. Очень все просто. Дайте прям тарелочки. Сунил все доел. Наташа уже доедает. Очень Наташа вкусно. Уже доедает. А у меня вот мясо осталось, но столько острое. Смотрите, какая гора салфеток у меня. Тушить было тяжело йогуртом и водичкой, поэтому попросим... Ну, в общем, тебе невыгодно приглашать, да? Выгодно, наоборот, да? Заберем все с собой, и Наташа дома, скорее всего, это все поест, да? Не знаю, буду тебя кормить. Так что, ну, действительно, настолько острое, что мне тяжело есть. Я просто не дышу, я проглотить не могу просто. Может, я, конечно, очень так это эмоционально, все, что я научилась кушать вот рукой. Да, я уже сказал, что быстро научилась. А я что-то не рукой, не до сих пор такую усиленного слова пищу я есть не могу. Хотя класс. Вот первый год на Шри-Ланке я не могла есть, а в Индии я ела, ну, такую, говоришь, мне не острую, приносит, понятное дело, такую полуострую. Я еле ем, слезы, короче, сопли, кашель, все выплевываю. Ну, вот сейчас Сунил все-таки приготовил острую, друг мой. Так вот. Вкусненько. Прекрасный у нас сегодня такой. Выходной вечер с друзьями. Что он сказал? Это повар судил. Да. Это повар судил. А когда мы к нему садились в машину, когда 7 лет назад мы с ним познакомились, он говорил, этот пайлот Сунил. Я пайлот Сунил. Я говорю, добро пожаловать на борт. И мы в школу ехали вчетвером. Было весело, в общем. И после школы тоже Сунил веселил нас, в общем. После работы, в смысле. Не то, что я хожу в школу, я работаю в школе. Кто не знает. Нет, это нормально. Я мяско украду. Давай, бери. Наташа будет у меня брать мяско. Я мяско украду, да. Но мясо дико вкусное, но очень тяжело проглотить, потому что ты просто весь наполняешься каким-то вот огнем. Я же не могу это описать, невозможно проглотить. А я могу. Сунил, thank you, really amazing, very tasty, but so hot for me. Очень, it's fine. Но он же не знал, для меня это будет просто испытанием. Он знал, что для меня это будет хорошо. Да, Наташа, she's very happy. Наташа очень довольна. Вот такой у нас прикольный мукбанг сегодня. Кстати, ребят, кофе, да, привезли кофе и смородину в этом. Смородину, клюкву в сахарной пудре. Что, надеемся, ребятам понравится. Ну, пишите в комментах, как вам видео понравилось. И, в общем, ставьте лайки, комментируйте, нам будет очень приятно. Всегда с вами. Наташа кушает, не будем ее отвлекать. Пожелаем ей приятного аппетита. Пожелаем нам всем хорошего дня. А я все жую. Да, и Наташа все жует. Все, народ, всем пока, всем спасибо.